Это так называемая площадка городской активности, которая была открыта еще в канун Олимпиады. Популярна она и сейчас в немалой степени из-за удобного места расположения вблизи Приморской набережной. Идея создания подобных новогодних ярмарок принадлежит местным умельцам. Администрация города инициативу поддержала и предложила совместить рождественские базары с новогодними утренниками для детей. Здесь продаются изделия ручной работы от сочинских ремесленников. Такие маленькие шедевры могут стать хорошим украшением или подарком к празднику. Кроме того, у нас еще к рождественским праздникам есть ярмарки, организованные на курортах горного кластера. Это горнолыжный курорт «Роза Кутор» и «Горки Город». Там тоже представлена тематика, скажем так, местные промысловики, ремесленники, изделия, мед, чай, ну все, что востребовано в такую прохладную погоду для создания дружелюбного настроения. В горном кластере ярмарки будут работать до 9 января. Помимо этого, в Сочи продолжают работать и 5 сельскохозяйственных ярмарок. Продукты к новогоднему столу здесь предлагают более 150 производителей Краснодарского края по ценам ниже рыночных. Торговые ряды будут работать без выходных до 31 января включительно.